Традиции в новогоднюю ночь белорусов поздравил президент Александр Лукашенко. Глава государства подвел итоги уходящего года, который подарил немало поводов для радости. Но в то же время доказал подлинную ценность мира. Глава государства особо подчеркнул, нет ничего дороже жизни и важнее мира. В 2015 году у нас прошли президентские выборы. Мы выбирали наш путь, нашу судьбу на ближайшие 5 лет. У каждого была возможность спокойно вспомнить прошлое, оценить настоящее и определить свое будущее. Мы вместе выбрали мир и порядок, спокойствие и предсказуемость, свободу и независимость Беларуси. Сегодня общество ожидает движения вперед. Скажу твердо, Беларусь пойдет путем развития и прогресса. Это будут разумные перемены, понятные людям, а не путь обвала, ломки и революций. Мы не имеем права потерять наши главные ценности – согласие в обществе, единство народа и суверенитет страны. Сегодня всем нам непросто. Войны и раздоры в мире ведут к кризису в экономике. В 21 веке все страны связаны между собой тысячами нитей. Беды и неурядицы ближайших и дальних соседей немедленно бьют и по нашей стране. Нет никаких сомнений, если мы сохраним единство общества, то, как и в прежние годы, преодолеем любые трудности и испытания. В последние минуты уходящего года Александр Лукашенко призвал поблагодарить друг друга за помощь, заботу и внимание. Пожелал каждой семье здоровья, радости и тепла, чтобы на нашей земле царили согласие, достаток и мир.